Это решение принято для обеспечения безопасности жителей тех регионов, которые находятся непосредственно и граничат с линией боевого соприкосновения. Это сделано прежде всего для обеспечения безопасности, и это перемещение оно осуществляется в пределах территории Запорожской области на южные регионы. Значит, определены действительно районы, которые подлежат, вот, жители которых подлежат перемещению. Это Куйбышевский район, Пологовский район, это Токмакский район, Васильевка, Наргодар, Каменка-Днепровка и Михайловка. Поэтому на сегодняшний день силами МЧС, нашего социального блока, Министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по организованному перемещению тех жителей, которые изъявят желание, то есть это перемещение добровольное.